Всем привет. Это много наклад или мало? Так ты считаешь? Много. Такой что ли? Да. Емель, у тебя желудок так не. Да. Ладно, все. Давай, отходи. А я тут, короче, это, щи варила. Ну, просто окорочок у меня ты был. Ты автоматом не налей только. Нет, щи мы уже поели. По чашке с майонезом. Вот эта вот соль мне очень понравилась. Какая она? Адыгейская, да, Эмиль? Азбеки. Азербайджанская, что ли? Узбекская, по-моему. Сейчас я... Узбекский плов-то, она для плова. Сейчас, подожди, я гляну, поставь. Да, реально трещит, это что? Нормально, зато работает. Адыгейский. Зато работает. Это, копался в мусорном пакете, искал пакетик. Это, в общем, я это... Ты прощи уже, рассказывай, да. Давай накладывай. Простые просто, как капуста оставалась, я просто взяла капусту, больше ничего. Ага. И окорочок отварила, и это, косточки кошки выкинула, короче. А это, как ее... А это я сейчас расскажу, так... Как я готовила. Прошло 3. Пол баклажана, ничего страшного. Пол баклажана. Почти килограмм помидоров. Старалась без шкурок, но со шкурками, короче. Вот. Вот это вот дешевая тушенка. Адыгейская соль. Чайную ложку сыпала, кстати. Вот. Потому что там специй много, помимо самой соли. Поэтому чайную ложку. Ну, так не особо сверху. Вот эту вот тушенку я добавляла. Да, она соевый там, конечно. Но вкус хороший. Потом эту томат-пасту. Ну, я уже показывала, как она там называется. Кетчуп. Кетчуп, короче, да. Вот. Потом этот кетчуп. Вот. Все это тушила. Потом заклала макароны. Где-то 2 стакана воды. Практически, потому что Эмиль прям говорит, ой, воды много, отбавляй. Ничего, я минут 20, наверное, их готовила, потому что они твердых сортов. А у меня мама, она не, ну, не любит, когда жесткие макароны. Вот. И где-то минут 15-20 я их готовила. Воды было много. Вот. Но в конце я добавляла вот этот кетчуп. Вся вода, ничего, убавилась. Ну, а помидоры я где-то заранее... Ну, не вся. С баклажаном. Тоже минут 10 помидоры я обжарила с баклажаном отдельно. Сначала. Вначале. А, не, все нормально. Откуда я тебе испарилась? А я тебе сказала, вода испарится, не переживай. Не первый раз готовлю. А макарон я всегда туда спагетти ложу. Я отдельно никогда не отварю. Они невкусные отдельно. Кто не парит... У всех свои вкусы, конечно, но... Хватит ли еще? Горячее? Хватит ли еще? Тогда сделаешь бутербродик с той булочкой. Вот с этой булочкой вкусненькой. Да не влезет столько, а! Влезет, у меня влезет. Еще с булочкой вот так раз. Ну что, мне вот так вот наложить? Нет, тогда просто с булочкой, чтобы вкуснее было. Хорошо, сейчас. Давай сделаю тебе, достань сейчас это. Для меня любимого. У меня есть еще один любимый. Не в этом смысле. Он у меня в другом смысле любимый. Я, короче, я про себя говорю. У меня это... Ой, ты-то все сын? Началось. И что такого? Не надо поступаться. Чего? Ты хоть думал, что говоришь? Чё? Поступаться какой-то. Поступаться? Да. Поступаться, блин. Самым дорогим. Сеньора Пацци. А что здесь такого? Ты играл в Assassin's Creed 2, понятно. Это безобидно и безответно. Ой, у тебя все началось, все. Тебе ну, а затеялся разговор теперь.
Так, помидорчик порез капельку. Давай, ты не любишь помидорчик? А я люблю. Все. Вот. Такой, такой краббургер такой. Всем пока. Пока.